Вчера в Кисловодске, в районе курортного парка, была замечена атмосферная аномалия, вполне вероятно внеземного происхождения. Город эвакуирован, а твоя цель – приблизиться к ней на максимально близкое расстояние, а также записать все, что ты почувствуешь. С перемещением не переживай. Все структуры предупреждены о твоем визите. Тебе не надо прятаться от них. Ты у нас самый проблемный, и это твой шанс искупиться перед нами. Первые часы Кисловодск встретил меня пустынными улицами. Понятия не имею, что меня ждет, но начальник сказал идти в гору. Да и поселил меня в самом близлежащем отеле, какой только был возможен. Первый раз. Я поднимаюсь на вершину. Все небо заволокло облаками. Подъем был тяжел. Когда я увидел этот аномальный объект в первый раз, то я убежал, и ничто не могло меня остановить. Испытав шок, я вернулся в отель и упал на кровать. Мне приснился сон. Оно звало меня обратно. На следующий день я снова поднялся в гору. Заметив парочку военных, поспешил скрыться от них. Идиот! Все согласовано! Они не причинят тебе вреда. Я вернулся назад и увидел его снова. Мое тело словно мне теперь не принадлежит. Это аномалия, единый живой организм. Неужели мы сейчас стоим на пороге нового открытия? Это не просто пришелец, это древнейшее существо. Оно сказало мне, что готово принять меня к себе, в лучший мир с этой планеты. Я пишу эти последние строки, чтобы сказать тебе напоследок, начальник, что ты козел, который уже 7 лет не двигает меня по службе и живет за счет унижений других. Оставайся на земле. А я постигну величайшую тайну Вселенной.